Қазақстан Республикасының әлемнің ең дамыған 30 елдің қатарына ену баяндамасында айтылғандай, адами капиталдың дамуы біздің елімізге келешекте ғылыммен тығыз ұштасқан экономика және бәсекеге қабілетті қалыптастырудың берік іргетасын қалауымызға мүмкіндік береді. Алдағы 3-4 жылдың ішінде білім жүйесінің құрылымдық және мағыналық тұрғыдан дамыған мемлекеттердің деңгейіне жеткізу барысында саяси еркіндік және ресурстар негізінде айқын мақсаттар қойып, оларды нақты жүзеге асыру қажет. Бірақ білім берудің әрбір деңгейде әрі қарай дамуға кедергі келтіретін бірқатар жүйелік мәселелер шешу қажет. Уважаемые члены правительства, вначале разрешите коротко остановиться на демографических трендах, поскольку они будут влиять на дальнейшее развитие системы образования на разных уровнях. В первую очередь, значит, рождаемость по данным статистики будет продолжаться и стабилизируется где-то к 2020 году. Соответственно, число детей в дошкольном образовании и в начальной школе будет расти и со стабилизацией в 2025 году. Что касается среднего образования, группа детей с 11-15 лет сейчас находится в нижней точке и начнет активно расти в ближайшее время. В профтех и высшем образовании сейчас наблюдается спад, это эхо, значит, демографического спада 90-х годов. Этот спад будет продолжаться примерно до 2020 года, но затем резко пойдет вверх количество детей в высшем образовании и в профтехе. Что касается системных задач по уровням образования. В дошкольном образовании растут количественные показатели, охват детей 3-6 лет составляет 70%. Эту работу необходимо продолжить, но сконцентрироваться на качестве программы и повышении квалификации воспитателей. Здесь мы ставим задачу по программе «Балапан» выйти к 2016 году, то есть через 3 года, на показатель 80% охвата. Соответственно, количество дошкольных организаций должно составлять порядка 10 тысяч. Вместе с тем необходимо сконцентрироваться на повышении качества программ и квалификации преподавателей. Здесь мы планируем обновить 30% программ и процент педагогов с высшим образованием довести до 30%. В дошкольном образовании мы ставим четкую цель – это равный доступ к качественному дошкольному образованию и, соответственно, индикатор, который будет показывать, достигли мы этой цели или нет – это повышение удовлетворенности населения услугами дошкольного образования на 25%. Здесь мы будем замерять при помощи социальных исследований. Соответственно, цель мы разбили на задачи, мероприятия и конкретные индикаторы по входу, то есть то, что мы будем вкладывать. Соответственно, как я уже сказал, обновим 30% программ, доведем долю педагогов с высшим образованием до 30%, создадим ресурсный центр по подготовке кадров, внедрим уведомительный порядок для всех дошкольных организаций для контроля качества. В 2014 году разработаем концепцию раннего развития и в 2015-2016 году начнем ее реализацию. И в целом доведем охват в 3-6 лет до 80%. Что касается среднего образования, здесь я хотел бы отметить, что во всем мире сейчас образовательная парадигма меняется. Сейчас нужно обучать специальность, которая еще не существует. То есть технология обновляется каждые 3 года, каждые 5 лет полностью обновляется. Соответственно, будут специальности, которых мы еще не знаем. Нужно уметь учить в классе, где ученики имеют моментальный доступ к любой информации. Учитель сегодня, его роль меняется, и он передает информацию и учит находить и пользоваться информацией. Кроме того, надо научить учащихся учиться самостоятельно в течение всей жизни. В среднем образовании необходимо обновить содержание с тем, чтобы развивать учащиеся компетенции, с тем, чтобы они были готовы к новым условиям. Это критическое мышление, то есть умение правильно задавать вопросы, ставить задачу, умение где и как найти нужную информацию, как работать в команде, как использовать IT-технологии и как правильно представить результат, то есть коммуникативные навыки. Далее, обновление содержания среднего образования мы будем делать с учетом опыта Назарбаев интеллектуальных школ. Предлагается поэтапное внедрение и с первого класса, с 2015 года мы предлагаем работать по новому стандарту, который мы за это время разработаем. Кроме того, в самой 11-летней школе с 2015 года мы также начнем обновлять программу с тем, чтобы внедрить наши навыки и новые компетенции.
То есть это проекты будем внедрять по предметам естественного цикла, элементы критического мышления. Также ведем подготовительный класс, 12 класс на базе вузов, поскольку в вузах сейчас есть свободные места, там наблюдается снижение. То, что касается системы оценивания. Если мы будем обновлять содержание, соответственно, система оценивания, это содержание также будет меняться. Если мы даем навыки, мы должны уметь оценить эти навыки. Соответственно, система оценивания должна также модернизироваться. Значит, то, что касается тестирования, значит, первое. Использование национального тестирования для оценки знаний и определения траектории обучения при переходе в профильную школу. Второе. Совершенствование содержания ЕНТ, то есть это тесты нового поколения, открытые вопросы, вопросы, требующие развернутых ответов, эссе. И третье. Модернизация технологии ЕНТ, то есть компьютерное тестирование и пересдача теста, возможность пересдачи теста несколько раз в течение года. То, что касается казахского языка, этому мы будем уделять особое внимание. Здесь мы показываем динамику роста количества учебных заведений, преподающих на государственном языке. Эта работа будет продолжена. В дошкольном образовании количество таких организаций будет доведено до 2000, в среднем образовании до 4000, в организации ТИПО 150. Однако в среднем образовании есть системная проблема, которую необходимо решать. Эта проблема заключается в том, что наметился разрыв между городом и селом в качестве образования. Здесь мы приводим данные, что трехмерные аварийные школы, школы без спортзалов находятся в основном в селе. Также доля учителей с высшей категории в селе в два раза меньше, более чем в два раза меньше, чем в городе. Проблема сельской школы, это значит, говорит... Подтверждается тем, что есть результаты ЕНТ ниже в селе, чем в городе. Также это подтверждают международные эксперты. Но это создает рост барьеров для вхождения сельского населения в средний класс. И молодежь, окончившая сельскую школу, в силу некачественного образования, выпадает из системы и может маргинализироваться. Последующее индустриальное, инновационное и региональное развитие не будет обеспечено качественными кадрами. Через 5 лет, как я показал, первые дети буморождаемости начнут заканчивать школу. Если не решить проблему сельского образования, маргинальные группы могут начинать расти и создавать нагрузку на образовательную систему. Как решение мы предлагаем сконцентрироваться на ресурсных центрах и IT-технологиях. Это как ответ на эту проблему. В 2015 году мы планируем создать 160 ресурсных центров, за которыми будут закреплены 640 малокомплектных школ. Также мы сейчас обновляем концепцию e-learning, которая будет направлена как раз на сокращение так называемого цифрового неравенства между городом и селом. Далее, что касается инфраструктуры среднего образования. На карте мы показали, значит, цифрами количество аварийных школ по регионам и количество трехсменных школ. Мы планируем и вносим предложение по строительству 50 новых школ в 2014 году за счет РБ, также вот по регионам. Здесь разбивка по регионам показана. Что касается непосредственно результатов и индикаторов, значит, цель – это повышение качества среднего образования. Замерять мы будем при помощи индикаторов глобального индекса конкурентоспособности. Мы планируем за 3 года по этим индексам обеспечить рост на 4,6 позиций. Соответственно, задача у нас следующая – разработать новые учебные планы и программы, и учебники с учетом опыта НИШ к началу учебного года 15-16. Охват, осуществить, значит, обучение 100 тысяч учителей, охватить их повышением квалификации, и 135 тысяч учителей за счет краткосрочных курсов. Разработать программы педвузов с учетом лучшей мировой практики. Также мы планируем усовершенствовать управление в школах, привлечь семью и общественность в этот процесс, управлять через попечительский совет и подушевое финансирование и дать школам большую самостоятельность. Что касается инфраструктуры, мы планируем снизить долю аварийных школ до 1,5%, трехсменных школ до 0,1% за счет строительства 146 школ за счет республиканского и местного бюджета, а также оснащение сельских школ кабинетами новой модификации и интернетом. Это, как мы планируем, приведет к улучшению результатов конкурентоспособности страны по показателям человеческого капитала, в частности, качество начального образования, качество преподавания математики, науки, доступ к интернету. Мы планируем выйти на позиции 63, 69 и 46 соответственно. То, что касается технического и профессионального образования, здесь необходимо
партнерство образования и бизнеса. С развитием бизнеса необходимо усиливать его роль и участие в ТИПО во всех аспектах, то есть управление, финансирование, разработка, содержание. Необходимо увязать подготовку кадров с приоритетами ГФИР. Здесь важную роль сыграет холдинг «Косипор». До 2016 года в рамках этой системы, в рамках вот 16 организаций, которые задействованы в системе КАСЭПОР, это 2 колледжа мирового уровня, 4 межрегиональных центра и 10 партнерских колледжей. На карте показано, что практически все области охвачены этой системой. До 2016 года мы обучим здесь 7 тысяч специалистов по базовой подготовке, 9 тысяч человек по заказу работодателей в рамках краткосрочных курсов. Разработаем более 70 новых образовательных программ, которые будут переданы в 280 колледжей системы. Также будут созданы 10 центров независимой сертификации и квалификации выпускников и работников отраслей. Кроме того, в рамках этой системы мы осуществим переподготовку 13 тысяч инженерно-педагогических работников системы ТИПО. Это примерно половина всех работников отрасли. Соответственно, эти задачи позволят нам выйти на следующие показатели ГИК. И мы будем достигать следующей цели. То есть равный доступ и качество ТИПО с учетом запросов потребителей. Результат, уровень удовлетворенности потребителей качеством подготовки кадров повысится на 30%. Мероприятие у нас следующее. Увеличение охвата молодежи ТИПО в рамках первой рабочей профессии на 50 тысяч человек. Картирование доступа ТИПО. Далее оснащение 60% специальностей в колледжах современным оборудованием. Доля учебных программ на основе новых профстандартов будет 60%. Повышение квалификации, как я сказал, 13 тысяч ИПР. И также мы планируем привлечь 1600 специалистов высшей квалификации с производства в ТИПО. Мы хотим довести долю колледжей с дуальной системы до 50% к 2016 году и размещение госзаказа ТИПов делать в соответствии с картой ГФИР, вот обновленной картой, которая сейчас готовится. Что касается высшего образования. Сегодня мы отмечаем, что вузы продолжают работать на старых принципах плановой системы. Высшее образование предоставляется и регулируется ОМОН. То есть, по сути, вузы работают как коммунальные предприятия и оказывают от имени государства некие госуслуги по минимальной цене. Сейчас национальные государственные вузы обучают по максимально низкой фиксированной цене. Хоздеятельность вузов в форме госпредприятия ООО регулируется 16 кодексами и 48 законами. Содержание образования регулируется законом об образовании через закрепленные там полномочия МОН. Предлагаемое системное решение – это разгосударствление вузов, предоставление им самостоятельности для усиления конкуренции среди вузов за ресурсы, ППС и студентов в условиях рыночной конкуренции. Для этого нам необходима новая организационно-правовая форма, индивидуальные программы развития вузов, финансирование, ориентированное на результат, коллегиальное управление и борьба с коррупцией. Мы говорим, что введение корпоративных принципов управления возможно уже в следующем году в рамках существующих наблюдательных советов. Законом они предусмотрены. Мы предлагаем ввести в состав наблюдательных советов крупных вузов представителей местных исполнительных органов, представителей индустрии, Национальной палаты предпринимателей и общественности. Это бы соответствовало лучшей международной практике. Полномочия наблюдательных советов уже законодательно закреплено. Нам нужно принять нормативные акты и закрепить их функции, такие как согласование назначения ректоров, согласование стратегии развития вузов и контроль целевого использования финансовых средств. На сегодня этим занимается министерство. Мы бы хотели к этой работе привлечь местные исполнительные органы и индустрию. Мы считаем, что эти меры по высшему образованию должны повысить наши позиции в глобальном индексе конкурентоспособности. Здесь в задачах и мероприятиях мы отмечаем наши планы по совершенствованию законодательства, именно внесение поправок в закон об образовании, дальше разработка системы приема вуза, ориентированная на выявление профессиональных способностей, разработка интегрированного классификатора специальностей, привлечение частных инвестиций в развитие прикладных исследований, создание вуза научно-инновационных структур, таких как научные парки. А также разработка моделей финансирования из разных источников, то есть эндаумент-фонды и так далее. А также обновление учебно-лабораторной базы вузов.
По индикаторам ГИК мы ставим себе конкретные цели. Это, значит, по валовый охват высшим образованием, качество научно-исследовательских институтов, сотрудничество университетов и бизнеса, доступность ученых и инженеров. Мы предлагаем выйти на позиции 52, вот 96, 73, 92 соответственно. То, что касается науки. Значит, науке необходимо обеспечить связь научных приоритетов с приоритетами индустриально-инновационного развития, усилить транспарентность в распределении средств на науку, привлечь молодые кадры и обеспечить рост публикационной активности ученых страны, который говорил бы о качестве исследований. Здесь мы ставим себе планы в два раза увеличить количество публикаций в рейтинговых зарубежных изданиях и довести его до 2000. Соответственно, также по ГИКу есть конкретные индикаторы, значит, которые мы планируем повысить вот в течение следующих 3 лет. Соответственно, ориентировать научные исследования на приоритеты ГИПФИР, ввести представителей индустрии в национальные научные советы, значит, подготовка кадров сделать также в соответствии с приоритетами индустриализации, совершенствовать систему PhD-докторантуры, также дать возможность финансировать PhD-докторантов за счет научных грантов. Обновление научного оборудования и вузов, и степень их износа не должна превышать 20%. Оптимизация структуры финансирования НИОКТР и доля частного капитала в расходах на научные исследования планируем увеличить на 20%. Соответственно, мы далее показываем индекс конкурентоспособности, где мы ставим конкретные планы, значит, качество институтов, сотрудничество университетов и бизнеса, и доступность ученых и инженеров поднять на отметки 96, 73 и 92 соответственно. Важным направлением работы является молодежная политика. Здесь мы ставим цель создания условий и гарантий для успешной социализации и самореализации молодежи. Индикатором у нас будет уровень удовлетворенности молодежи, проводимой государством политики. Мы планируем поднять ее до 70%. Мероприятия и индикаторы, соответственно, разработка внедрения, значит, индикаторов по молодежной политике в стратегические планы центральных и местных органов, работа с неправительственными организациями, увеличение количества активно действующих молодежных организаций, расширение сети молодежных ресурсов центров и увеличение доли охвата молодежными мероприятиями в сфере молодежной политики. Для всех этих вышеуказанных мер нам необходимо совершенствовать работу самого министерства. То есть мы предлагаем как бы начать с себя. Здесь по министерству мы предлагаем повысить открытость и прозрачность, усилить антикоррупционную политику, снизить бюрократию и сместить акценты с контроля процессов на контроль результатов. Соответственно, у нас будет четкий индикатор достижения результатов. По работе с местными органами мы предлагаем с каждой областью до конца года подписать некий меморандум, где мы четко разделим наши планы и нашу ответственность по всем уровням образования. Вот в целом то, что я хотел отметить. Спасибо за внимание.